не поел. Еще не поел. На снежную. На базу снежную. Боря, подай. Боря, Боря, подай. Ой, можно мне, пожалуйста? Ну, они вдвоем поделятся, да? Ну, конечно, ребенок. Увидели купающегося 5-го, какого числа, 6-го февраля. Вот, уже поближе подойду, месяц февраль. Да. Китайский рэп у нас играет. Слушай, клюва, чистая такая. Погнали дальше. Понимаешь? Подожди. Понимаешь? Барыжные действия мы расцениваем, как твои. Нет, смотри, ты говоришь про... Ты говоришь 1000 рублей, а директор нас так пропустил. Куда ты пошел? Куда? Иди. Ты что-то боишься камеры? Иди на камеру, скажи. Иди. Иди сюда. Иди. Иди сейчас, сказал. Можно за такие слова получить по морде. Ты взрослый человек, и ты говоришь. Я стою женщина, и ты мне говоришь. Я ему говорю, я не вам говорю. Я воспринимаю, как ты мне это говоришь. То же самое. У меня куча свидетелей, вот, которые сейчас показывают. Подтвердят, что вы себе... Подожди, что ты уходишь? Да потому что я не могу. Вы выключите камеру. А что ты боишься? Что ты боишься камеры? А как ты выключишь? Ох ты молодец, а? Ты нам расскажи всем, какой ты хороший. Понимаешь, я не пойму. Убери камеру, нет, зачем ты вымогаешь? Нет, нет, я хочу снимать. Ты меня не провоцируй, понял? Я имею иди право отсюда. Снимать, все. Нет. Директор базы нам разрешил заехать все-таки. Хороший человек, адекватный, грамотный, понимает, что пацаны приехали отдыхать. Мы уже давно сняли. Что это, мы заехали? Все-таки мы заехали? Ну, а чё ты? Я сказал, что мы заедем. Кристя. Ну что, снимаем? Дальше идем. Еще раз наверх. Идем наверх. Так надо снимать. Сына. Сына. Чё там хорошо? А ты что, зуб уже потерял? Нет еще? Ничего. Ничего? Колясинки со все помчали. Ты вообще даешь. Я просто учусь новому, поэтому я мало. Где Боря? Где Боря? Где Боря? Поедешь? Уезжай. Ты там высоко не сможешь, мы с тобой пойдем. Сейчас я еще раз активно проеду. А он не сможет свысока. Я с ним прям с ним поеду. А. Привет. Ну что вы, замерзли? Накатались такой. Накатался? Шау-фау. Шау-фау. Все, мы накатались.